публикация инструкции. Поскольку Китай с 4 сентября запретил ICO, 9 сентября Китайский национальный банк опубликовал перевод инструкции по ICO. Согласно уведомлению, банк пояснил, что токен или виртуальная валюта, используемый в токен-сейлах, не выпускаются валютно-финансовым управлением страны, и такая валюта не имеет денежных характеристик, статуса законного платежного средства и обязательного применения, поэтому не имеет правового статуса денег и не должна распространяться или использоваться в качестве валюты на рынке. Также во втором разделе уведомления банк отметил, что отдельные лица и организации должны возвратить средства, собранные через ICO.